тебя дорогая бумажка. Ни валюта, ни карта, где квас. На лице из улыбки растяжка. Ты же маешь в руке аттестат. И пускай небольшим она весом обладает на рынке бумаг, мама с папой с большим интересом изучат твои знания размах. Поздравить выпускников мы предоставляем слово 10 классам. Это что, вальс? Сами не Последний звонок, уже не звонок. Откроется в душе зазвонит колокольчик. Последний день школьный, последний урок. Поставлена точка, путь школьный окончен. Вчера назвали тебя ученик, но время течет неустанно и строго. И новое, ты уже ученик. И новое ответственность. Последний звонок запомните вы навсегда. Пусть много пройдете дорог, пусть время отмерит года, но этот последний звонок. Уже много лет. Серьезно? Всего лишь через что год? Рядом с нашими выпускниками мы провели целых 10 лет, и нам есть что о них рассказать. Белый Андрей, он начитан и умен, и компьютер знает. Гарри Поттер рядом с ним просто отдыхает. Грамоты награждается Белый Андрей. Номинации мысли, потому что он самый-самый длительный ученик. Вы не раз обращались к нему с отдельным советом. А вы знаете, что Ольга Федоровна? А что ты снимаешь? Как у них... Снимай. Умная, старательная, очень обязательная. Любит понимание, требует внимания. Честная, приятная, в деле аккуратная. Работа на гимназии Валерия Калина в номинации «Умная класса». Лидером в классе стать очень непросто. Для всех интересно. О, Диана! Долгов ума тебе немало. Сумей воспользоваться инсталляцией, фото модель. Хоть человек, то прекрасно, и мысли. Да, тогда, быть может, не напрасно. За моделью стать тебе. Дмитрий Хворостухин, друг надежный. Все умеет, знает, может. Он не ведает, и друзья туда поможет. Грамотой награждается Хворостухин Дмитрий в номинации «Настоящий джентльмен». Джентльмен – не просто звание, задает вам от Бога. Джентльменом быть при звании. Возьмите, там попробуйте. Емельянина Екатерина. Все предметы Екатерина знает на отлично. И от класса благодарны, выношу ей. Грамотой награждается Емельяненко Екатерина в номинации «Мисс Доброта». Среди всех человеческих качеств она ценится неспроста. Жизнь не может идти иначе, когда в мире есть доброта. Солзановский Николай. Воля Солзановский – светлый ум. Он властелин своих же дум. Характер жгучий, энергичный и в целом парень симпатичный, во взглядах независим он, и в жизнь по-своему влюблен. Грамотой награждается Николай Солзановский в номинации «Мистер Антистресс». Самый-самый спокойный голос, класс, общение с него и постоянно между временем. Он хочет общаться снова и снова. Ноченко Екатерина. В каждом классе есть особая звезда, что сияет ярче всех других. Это Катя Ноченко, господа. В комментариях не надо никаких. Грамоты награждается Ноченко Екатерина. Алексеева Юлиана. Декламировать стихи. Вовремя включать мотив.
найдет настоящих друзей. Удача к тебе придет в самом деле, коль будешь ты в жизни немного смелей. Грамотой награждается Лысенко Каролина в номинации «Солнце класса». Правильно по этому поводу. Грамотой награждается ученик 11 Б класса Ковальчук Дмитрий в номинации «Птица дальнего полета». Грамотой награждается Добровольская Наталья в номинации «Волшебные ручки». Еще не поздравили. Делать-то нечего. Давайте хоть у нее спросим, как мы сдадим экзамены. Скажи, гадалка, как мы сдадим экзамены? Вижу, что сдадут все. Но как сдадут, не вижу. Почему? Я погадаю, но за определенную плату. За какую? За мороженое. Лучше за эскимо. Thank you.
что сдадут выпускники. Все знаки зодиака без исключения. Но могу дать совет. Чтобы сдали все на отлично, нужно позаниматься и повторить весь школьный материал. И это все? Да, все. Такое мороженое, такое не гадать. Вот чертовка, опять запутала нас всех. Но одно она сказала точно. Если все выпускники повторят весь школьный материал, то и бояться нечего. Обязательно все сдадут. А сейчас сценка «Прощание с детством». Как так? Я просто попрощаться зашла. Возможно, мы еще встретимся. На фотографиях. И в воспоминаниях. Но я больше не смогу повториться. Пообещай мне кое-что. Все, что угодно. Никогда не теряй надежду. Сейчас у вас началось тяжелое испытание под названием ЗНО. Много слов сказано, много слез пролито, но все ничего. Скоро все экзамены позади, и вы с улыбкой будете вспоминать о них. Впереди выпускного, чай, родная школа. Прошло уроков много, теперь нам поступать. Алло, иди под... Да, я пройду к ним свою силу. Они не тут так взяли. Но мы так, еще не сама скоро. Сама сказала, или ты переделала? Родная школа. Слова переделала. Ты что, не слышишь музыку, женщина? Как ты мог забыть? Все. До меня дошло. О самых лучших, ах, и восхитительных годах, о самых лучших, ах, и восхитительных годах, о самых лучших, ах, и восхитительных годах, о самых лучших, ах, и восхитительных годах. Годах. Звонок последний споет о приближении учебы, завершение экзамены сдавать. И сразу без заминки на этой вечеринке мы можем отходить всем почаще вспоминать. О самых лучших, ах, и восхитительных годах, о самых лучших, ах, и восхитительных годах, о самых лучших, ах, Восхитительных годах, о самых лучших, ах, и восхитительных.
родимый дом, словно память светлую и строгую, мы с тобой в сердце унесем. Мы все эти годы были с вами вместе, росли, мужали, даже песни пели, воображение, память развивали, азы наук упорно постигали. Молодец, хорошо сказал. Сегодня мы вам скажем до свидания. Ах, как тяжелы минуты расставания. Обещаем, вас мы не забудем и очень часто навещать вас будем. Куда бы мы ни пошли работать или учиться, уверены, что этим дням не суждено забыться. Нам никогда не позабыть лучи... Нам никогда не позабыть лучистый свет любимых глаз. Желаем вам здоровой быть, хотим счастливой видеть вас. Любовь и радость дарите вы детям. От этого теплее жить на свете. Спасибо вам, родные, от души. Потом, что капельки хорошего за нас нашли. Для нас уже прозвенел последний звонок. Мы шли к нему долгих 11 лет. А как все начиналось? Каким был наш первый звонок? Давайте попробуем вспомнить. Yeah.
как Йокамба. Опан, Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. А теперь все мысли. Единственная моя. Торине. Интервью рада паре Торине. Амено, амено. Руки, руки шире, не смешите. Меня мама хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Мы будем вместе всегда. Скажи, как мы будем вместе всегда. Судьбу за то, что нам так в жизни повезло, что вы за руку привели к началу трудного пути. Посеяли в сердцах добро, распознавать учили зло, и справедливостью своей вы покорили всех детей. Вы были нам поводырем при нашей встрече с букварем. Вы помогли нам мир открыть, писать и с книгой дружить. Всегда для каждого из нас вы время находили. И каждый день, и каждый час вы терпеливы были. Мы любим вас от всей души, и взрослые, и малыши, девчонки наши и мальчишки, и тихие, и шалунишки. Нам никогда не позабыть лучистый свет любимых глаз. Желаем вам здоровой быть. Хотим счастливой видеть вас. Звучит звонок последний в школе, и слезы катятся из глаз. Неужто никогда мы больше не встретим вас, учитель нас? А помните, как вы встречали нас маленькими во дворе? Про школу мы тогда не знали, теперь пожар горит в душе. Спасибо вам, первый учитель, мы вас запомним на века. Ведь не зря вы нас учили, это вам благодаря, вам спасибо скажем. Желаем счастья вам, любви, пусть стороной обходят муки, и весна всегда живет в груди. Я в коридоре там, где за колонкой.
Ты могла бы на паузу нажать. Да, мы пришли в первый класс. С улыбкой вы смотрели на нас. И вспомнив те дни, словно время назад. Разошлись, кто виноват? Мы ведь подросли, узнали мир большой, но остались вы за мою родной. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, самый лучший час не забудь. Скажите мне.
Слово предоставляется первым учителям. Он так плакал, он из-за этого же пришел, как а было? Ноги болят. Сегодня прозвучало, что вы вспомнили, как вы были в первом классе, и мы с Татьяной Леонидовной заметили слова слова правдивы. Они сказали, что они подросли. Вы знаете, они заметно подросли. Милые дети, да, школа закончена, впереди взнос. Но вы знаете, мы не будем грустить. Почему? Потому что, слава Богу, жизнь продолжается. Мы перелистнем школьную страничку, но ни в коем случае о ней не забудем, а будем всегда вспоминать. И откроем новую страницу, и я уверена, что она будет очень интересна. Насколько она будет интересна и успешна, это уже зависит от вас. Я вам хочу пожелать, чтобы у вас всегда в жизни была мечта, потому что человек счастлив, когда у него есть мечта, он стремится к ней. Удачи вам, счастья и всего самого хорошего. Пускай у вас жизнь будет радостная, счастливая, наполнена прекрасными событиями. И пускай по жизни встречаются только хорошие люди. А мы всегда вас будем ждать. Удачи вам, дети! Последний кончился урок, последний прозвенел звонок. И школа, словно мать родная, вас проводила за порог. Здесь ощутили вы сполна, дорога кончилась одна. Да, это была дорога в 11 лет. В ней было все: радости, горести, двойки, двенадцатки. Но следующая дорога зависит только от вас. Каждый человек хозяин своей судьбы. Так я хочу, чтобы эта вторая дорога была долгой, светлой, счастливой. Чтобы у вас везение никогда вас не покидало. И чтобы удача всегда наступала вам на пятки. Удачи, счастья, любви! Большой сюрприз нашей классной руководительнице, нашей второй маме. Ольга Петровна, пройдите, пожалуйста, на центр. Садитесь. Для начала мы споем песню «Сюрприз». Любите кофе в обед, всегда костюм на вас классный одет. Не знаете вы столько теорем. Работа 24 часа, и добиваете всего сама. Отманили так уроки. Каждая мама, вы самой. О боже, мама, вы сошли с ума. Ее улыбка, мама, круга
вам голова. О, Боже, мама, мама, жена. Ольга Петровна наша, самая-самая. А теперь снова присядь. Дорогая Ольга Петровна, ваш компьютерный гений Андрюша больше не поможет вам с компьютером. Ваши Лиза и Диана больше не будут сидеть за одной партой и хохотать. Ваша мастерица Наташа больше не подскажет вам, как правильно делать прическу. Ваш весельчак Дима никогда больше не пошутит вместе с вами. А ваша умница Катя больше не заставит гордиться ее именно в школьной жизни. Так что, Ольга Петровна, пора вам каждого отпустить. Дорогие, растрогали меня. У меня есть любимая притча. Я вам ее расскажу. И думаю, она станет вашей любимой. У одного мудреца был ученик. И он всегда думал, ну неужели он такой умный? Неужели он такой мудрый и все знает, и на все вопросы может найти решение? Нет, я обману его. Не может быть такого, чтобы он все на свете знал. И тогда этот ученик пошел на лужайку, поймал бабочку, спрятал ее в ладошке и думает, я приду к мудрецу, своему учителю, и скажу ему, что у меня в руке, живое или мертвое? Если он скажет мертвое, я открою ладошку и отпущу бабочку, а если скажет живое, наоборот, ее придушу. Вот он пришел к своему учителю и задал ему этот вопрос. А мудрец говорит, все в твоих руках, все, дети, в ваших руках. Я желаю вам удачи и счастливого пути. Спасибо вам за все, за прекрасные 7 лет. Большой дружбы. Спасибо. Мама, в конце будет салют. Поздравить свою вторую маму и пожелать ей всего самого наилучшего. Сказать большое спасибо за то, что она для нас сделала. Руководитель классный наш, простите нас за шалости. Мы обещаем вам сейчас учиться без усталости. Поверьте в нас, и мы вас никогда не забудем. Николаевна, мы вас очень любим и никогда не забудем. Поэтому... Я дуже дякую за ваші теплі слова. Я їх розділяю разом з Терезою Володимировною, яка вас теж вчила деякий час.
і внесла в ваше шкільне життя цікавеньку. І багато-багато душі вклала у вас. Так? Я хочу нагадати вам, що шкільне життя – це не тільки 3000 ранків, якими ви не завжди хотіли йти в школу. Це не тільки книжки, контрольні роботи, це не тільки класний керівник і вчителі-предметники. Це ще й шкільна дружба, це ще спілкування з однокласниками. Це формування характеру, формування сили волі, вибір професії, яку ви маєте придбати. І тому я хочу побажати вам, щоб вам супутствувала тільки удача, щоб клімат в зоні вашого перебування завжди був тільки благоприятний для вас, сприятливий для вас, щоб компас вам показував невідоме, і ви при цьому орієнтувалися тільки своєю честю і совістю, щоб достойно несли звання випускник Лиманської школи номер 2. Щасливого вам плавання у вашому житті. І ще, користуючись нагодою, я дуже вдячна Ользі Петрівні за ту сміливість, яку вона проявила, згодившись на випускний вечір з такою малою кількістю учнів. За підтримку, за все те, що ми цілий рік прожили з вами. Удачі всім, батькам терпіння, добробуту і щасливої здачі знов. Добрий путь вам! Наших чувств нерозтрачених чашок, і живое дихання весни, і любов, і признательность нашу адресуем директору мы. Вместе с нами взволнован немного, как бывает в минуты разлук. Он глава семьи нашей школьной, наш мудрый советчик и друг. Щоб ми в свої 17 літ йшли українцями у світ. І рід козачий добре знали, та батька матір поважали. Через віки несову, ліричну, милу, світанкову, ми понесли. Ми англійським язиком владеєм уміло. Кожен із учнів підтвердить вам сміло. Ведь не зря ці фрази. Это вам благодаря, вам спасибо скажем. Ай, мы буквы изучили, ай,
слова переводили.